В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. В Чувашии состоялись дополнительные выборы в Государственный совет по 16-му избирательному округу и в органы местного самоуправления. По предварительным итогам депутатом Госсовета выбрана Елена Васильева, кандидат от «Единой России». Перестали быть вакантными 45 мандатов на выборах в органы местного самоуправления. 43 из них тоже принадлежат единороссам. Жители республики определились с депутатами городских и районных собраний сельских поселений. Средняя явка по республике составила более 30%. Нарушения зафиксированы единичные. Ну, самый главный результат, что выборы успешно состоялись, все мандаты замещены, избиратели пришли и демократично, с учетом тайны голосования, свое волеизъявление выразили, которое потом отразилось в итоговых протоколах избирательных комиссий. Хочу сказать слова благодарности всем организаторам выборов, но в первую очередь органам местного самоуправления. Министерство внутренних дел по Чувашии возглавил генерал-майор Виктор Шмитков. Президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ. До назначения Виктор Шмитков работал заместителем начальника главного управления МВД по Волгоградской области. Этот пост он занимал с 2015 года. Виктор Шмитков родился в 1963 году в Астрахани. В 1985 окончил Астраханский государственный технический институт. В том же году началась его служба в органах внутренних дел. Академию управления МВД России окончил в 1996 году.